а продолжить хочется самим. Дело в том, что следующими выступаем я, Тарья, и Лютер, мой неизменный дуэт на все времена. Он же Андрей Антипов. И вспомним мы вам песню из очень старого советского фильма, в котором Константин Райкин играет главную роль. Так что же в чувстве вашем признались вы не сразу? Застенчив я и не бывал влюблен ни разу. Смутили вы меня, я тоже несколько стыдлива. Таким стыдливым стать бы парою счастлива. Ах, как мы друг на друга похожи, крупный нрав наш повсюду известен. Если мы становаться не сможем, то сгореть от стыда нам на месте. Вот нашли мы друг друга, о, я иную судьбу не приемлю. Коль не буду примерным супругом, от стыда провалюсь я сквозь землю. Остался б равнодушен, таким речам лишь камень. От ваших слов летаю я над облаками. Лицо мое горит, ни снег, ни ветер не остудит. Помех и счастья нам застенчивость не будет. Будет брак наш взаимно приятен. Не всегда ведь мы будем стесняться. Если будет хоть день без объятий, то куда от стыда нам деваться? У нас теснее излишне, тут наделаешь дел по неволе. Завести хоть десяток детишек нам опять-то не стыд не позволит. Стеснение излишек, тут наделаешь дел по